Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. У нас окончание турнира, и мы забираем свои награды. Так, Лига Мастеров, 3 звезды. Сюрикены, 50 ДНК на Рокстеди Кролик. Золотые осколки и, конечно же, платиновые. Так, здесь тоже заберем награду и посмотрим. Так, у нас было 100, по-моему, да, не хватало, или там чуть поменьше. Сейчас мы посмотрим, сколько нам нужно. Да, ребята, у нас ровно 50 ДНК. То есть еще полтинчик забираем, и у нас будет Рокстеди тоже прокачан по фулке. Но это именно Рокстеди Кролик, потому что классический еще пока отстает. Но зато Бибоп Кролик у нас довольно-таки, в принципе, на плаву держится, и скоро он прапается. Ну что, зайдем сюда, заберем награду за открытие колоды. Хотя колоду почему-то открываем мы только сейчас. Так, у нас выпадает здесь Макман. Дальше что? Дальше мы переходим... Так, подожди-ка, мы Крысиного Короля... Да, мы прокачали ему скиллы, и поэтому мы начинаем прокачивать нашего Кренга. Как ты видишь, нам нужно две силовые ячейки, именно Кренгов. Так, минус. Ага, одну нашли. Вторая, а нам нужно, по-моему, 3. А, все, все. И 10 ящиков с инструментами. Ну, ящики, сам понимаешь, довольно легко выпадают. Вот один уже есть. Тут же нам выпадает еще второй. Также и третий. И четвертый. Пятый. Шестой. Так, седьмой. Восьмой. Девятый. Ага, девятого пока нету, подожди. Девятый и последний ящик. Десятый, все. Прокачиваем, ребят, до второй ступени. Так, увеличивает силу атаки. Уже видишь, насколько? На 40%. Вот так-то. В принципе, здесь всего лишь 12 знаков нужно найти. Но я думаю, что это в следующей серии у нас будет. Мы найдем и прокачаем уже до третьей ступени. А пока заберем награды. Ну что, ребят, сегодня понедельник. Как ты понимаешь, буст. И, наверное, мы сразу с него и начнем. Упс. Это что такое? Это что, я спрашиваю, такое? Почему, ребята, буст накрылся наш, что ли, сегодня получается? Ну как же так-то? Ну как же так, ребят? Ладно, давай пока пройдем ежедневки с тобой. Макман... Армагон, Бакстер, Донни, Лео. Блин, дело-то в том, что мне сегодня на работу в ночь. Как бы я могу еще вот максимум подождать 2 часика. И потом уже все, в 5 часов я уже вечера буду сваливать. И если, естественно, у нас не откроется сейчас событие, то получается буст пролетает. Нет, он, конечно, у нас останется, например, на завтра. Но я-то хотел сегодня, наша традиция, сам понимаешь, да, какая... Проходить буст по понедельникам. Поэтому будет немножко как-то обидно. Ну, естественно, мне придется соединять вот эту вот часть видео, естественно, уже с тем, где мы уже будем проходить с тобой то самое событие. Точнее, не событие, даже, а арену. Потому что вот это вот я выкладывать не буду отдельно. Нет смысла. 5 минуточек для чего? Для того, чтобы показать, что действительно ничего нету. Ну-ка, плюнь-ка. Так, молодец, Макман. И Бакстер добивает Шреддера. Ну, тут все довольно легко и просто. Окей. Ну что там, по ежедневкам, в принципе, наверное, все. Ну, только единственное, надо, конечно, нам поднять уровень персонажа. Насколько я помню, да? Да, уровень персонажа нужно поднять. Так, с уровень персонажа. Ну, давай кого-нибудь. А можно, в принципе, Кренгу поднять, если честно. Или, подожди, или Крысиного Короля будем прокачивать. Мы же Макмана... Да, мы Макмана прокачали. Сейчас мы обменяем здесь ДНК, потому что... Иначе тут все нарушается. Вся схема. Макман наш у нас на первом месте там стоит. Да, тут все отлично. Вот это вот... Нет, 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 не навыки мне нужно. Мне нужно просто убрать. Вот так, здесь тоже уберем.
Здесь уберем. Здесь и здесь. Ну, пока как-то так. И, кстати, по энергии, ребят, по предметам. У нас 500-655, а нам уже 530. Докупаем. Ну что, друзья, еще буквально одно ДНК. Одно маленькое ДНК. И Бибоп-кролик у нас будет прокачан на фулл звезды. Там дело за малым, поднять ему уровень, ну и еще кое-что. Так, тут еще можно будет посмотреть на откаты и рекламу. И поднять уровень персонажа. Ну, давай поднимем, фиг знает. Кому маленькому простенькому, ну, например, морозильной кошке. Все, чтобы просто сделать все ежедневки. Так, ну что, друзья, я, наверное, закончу серию вот именно на этом моменте. Подожду еще немножко. Если сегодня, ну, не успею уже, как говорится, дождаться, то, конечно же, уже продолжим завтра. Ну что, друзья мои, вот у нас и появилось событие. Турнирная арена, и, как ты видишь, здесь будут разыгрываться кролики. Это вообще круто. В первый раз я вижу, чтобы были у нас кролики. 50 ДНК. А у нас вообще сколько, кстати, хотя бы накоплено ДНК на кроликов? Давай-ка посмотрим. Кролики, кролики. Ну, ребята, у нас всего лишь 19. Слушай-ка, 19. Плюс 50 это будет 69, да? Блин, еще многовато надо будет. Ну да ладно. Ребята, по крайней мере, не 50 же копить, а всего лишь 49. Ну что, раз у нас есть турнирка, мы начинаем. Начинаем прохождение именно ее. Так, ну что, 11-11. С этого начнем. Да, я думаю, с этого начнем. И заметь, везде начинается карайка. Везде, везде вот карайка вот лезет. В принципе, я понимаю, почему именно такой состав идет. Потому что карайка — это один из персонажей, который дается в начале игры. Там еще Леонардо, правда, дается, но да ничего страшного. Поехали. Надеюсь, у нас буст будет сегодня довольно неплохой. Пиу. Замечательно. Так, ну что, двигаемся дальше. Давай, 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 не томи. Переходим с тобой на воин. Две звезды. Естественно, в бой. 11-12 сразу же нам дают. И мы выбираем, опять же, наших бойцов. Раз, два, три. Поехали. Угу. Так, ну что, наверное, сделаем массовую атаку. Хлоп. И все. И отдыхает, ребятульки. Ну что же, мы двигаемся дальше. Нет, это хорошо, что событие открылось, ребят. А то я думал, все, не успеем на работу. Завтра уже будет не буст, а фиг знает что. 87-я позиция. Так, давай-ка мы попробуем найти что-нибудь такое. 12-13 или... 11-12 у нас уже было. Это по стандарту. В плане, вы не хотите мне давать... Эй, игра, давай не это, не балуй. 12-13 я требую. Блин, они мне дают 11-11, 11-12, но не больше. Вот, 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 о чем я и говорил. Фух. Раз, два, три, четыре. Причем два Рокстеди, кролик и классика, вместе там стоят. Ага. Так, 4 на 4, ну тут понятно, ребят, делаем вот так вот. Минус. Кожеголовый, сможешь их? Да, смог всех абсолютно подбить. Ну и мы продолжаем наши баталии. Сейчас посмотрим, куда мы перейдем. Я думаю, что, наверное, воин, даже не воин, да, элита. Мы сиганули в элиту. Так, 12-13. А дадите мне, например, 12-14. Не хотите мне так... по-дружески, так сказать, удружить? Да нет, скорее всего, не дадут, ребят. Это для них слишком шикарно будет, если тебе дадут 12-14. Хотя я добился своего, ребят. Я добился, но я говорю, тут приходится очень много рулить. И иногда я, почему, ребят, соглашаюсь с их, как говорится,
предложением, чтобы просто вас не томить. Потому что я могу там и 100 раз ролить, и все равно я добьюсь своего. Вот, но ты станешь ждать, пока я там выбью. Только лишь вот в этом причина, и все. Ну что, бомбим и добиваем с тобой Леонардо. А у него, кстати... Слушай, у него не было этого постепенного... Никак, не постепенного, а отложенного... Отложенной смерти, да? Видимо, он еще не заработал на нее. Так, ну что, перейдем? Нет, вот тут вот мы не перешли с тобой в элиту 2 звезды. Что очень меня удивляет. 12-14. Уже на автоматической основе дается, да? Раз, два, три, четыре. Еще до сих пор 4 персонажа. Не 5. Ну что же, поехали. А сделаем дебаф. Сразу попробуем вырубить Эйприл. Она здесь как бы вообще не нужна. С локотка ее. И йо-хо, выжила. Ты прикинь. А ну-ка, если дрон. Дрон от Донателло, естественно, ребята, уничтожил их. Прекрасно. Ну что, продвигаемся тогда дальше. Сейчас мы уже должны перейти в элиту 2 звезды. Ранг 48-й. Очень хорошо. Так, 13-15, спасибо. Даже не пришлось выклянчивать. И, как ты видишь, уже 5 бойцов. То есть уже фулл команда у нас выступает. Кстати, мы с тобой не посмотрели, какие у нас будут на этой неделе события. Я забыл глянуть, что-то обрадовался этим кроликом и посмотреть забыл. Так что, ребята, эта неделя обязательно будет такая усиленная, потому что кроликов я ни за что не пропущу, так же, как в свое время и Супер Шреддера не пропускал, и, соответственно, Кренга. В любом случае, Лига Мастеров обязательно будет трехзвездочная, потому что 50 ДНК на кроликов на дороге не валяются. А я уже говорил, что кролики — это одни из самых дорогих по прокачке, ребята. Они требуют, по-моему, 80 жетонов, 86 даже жетонов, чтобы получить всего лишь 3 ДНК. Делай выводы. Это будет очень-очень глупо и нелепо, ребята, пропустить это событие. Так что я вам тоже рекомендую, если кто играет, рекомендую это событие пройти как можно лучше. То есть ареновские события, вот эти вот битвы на арене, чтобы получить как можно больше ДНК именно на кроликов. Потому что сам видишь, да, у меня практически все есть, уже практически все по фулке. А вот с кроликами беда, я думал, что это будут одни из самых последних, кого я прокачаю. Но если вот так вот событие нам улыбнулось, что мы можем с тобой 50 ДНК на них получить, то это очень круто. Так, ну что, ребята, мы уже в самураях. Только начали играть, уже в самураях. 88-я позиция, что меня очень радует. И 14-17 нам уже тоже сразу автоматически дают. То есть они чувствуют, да, что папочка пришел, что надо ему делать все как надо, иначе он будет тут возмущаться, бухтеть, орать и быть вечно недовольным. Ну что, Раф, давай, свои черепундели бросай. Тинь. Теперь бомбочка для затравочки от Майки. Ну что ж, так кисленько-то. Ну, давай, Леонардо, ты уж точно не подведешь. Блин, а этот какой-то кабан, а? Толстопуст самый настоящий, его так просто не пробить. Ну что, ребята, все идет у нас хорошо, все по плану. Я, конечно, сегодня хотел еще в Саннике Оуха поиграть, но я думаю, уже вряд ли успею, потому что работа есть работа. Так, 13-16, 14-17. Я, конечно, пару раз сейчас попробую проролить. Слушай, а прикинь, мне сейчас не дадут 14... Не, дают. Ладно, я пока соглашусь с 14-17. Так, уровень уже у противника 40-й, у нас до сих пор еще... Десятники, да, идут в бой. Давай-ка я вот так вот сделаю. Усилим атаку нашим командам. Опа, замечательно. Так, попробуем сейчас понизить атаку нашим противникам. Практически удалось. Так, маузеров завалили. Плюс гидрант. На тебе. И остается сплинтер. Ну, у сплинтера, как ты видел, не был даже прокачан контрудар, поэтому он, ну, он слабенький. Все. Погнали. Кто-то в комментариях спрашивал: Рэй, когда будет мутант, черепашки-мутанты безумие, или как там, безумные черепашки-мутанты, да? Скоро, друзья мои, скоро. Я надеюсь.
Просто мне сейчас, ну, не урваться. Слишком большой объем контента мы с собой берем. И как бы я элементарно не успеваю. Не буду успевать поиграть в то, что вы хотите. Плюс еще не забываю на втором канале игрушки. Я уже отказался как бы сейчас от третьего канала, да, про наши гоночки. Но думаю, что, наверное, скоро мы вернемся. А может быть, даже объединим наш этот канал с гонками. Просто мне надо будет сюда перенести все видосы оттуда, с того канала. Ну, посмотрим, как там будет все это делать. Как там будет все это происходить. Так, Майки, успокойся, ты со своей пиццей тут приполз. Кстати, я вот думаю, что зря мы, наверное, так взяли с тобой эту команду. У нас полтинник, тут 46 уровень. Но, в принципе, пока особого урона мы не получаем. Такого, чтобы, знаешь, прям не в моготу. Все вроде бы в рамках приличия. Получаем, конечно, какой-то определенный урон, но это не смертельный. Да, у нас все получается, поэтому давай-ка двигаться дальше. Сегодня бы, конечно, в Лигу Мастеров бы рвануть. Это было бы, конечно, шикарно. Так, какое место? 11-е. То есть Лига Самураев уже после этого поединка. 14-18. 45-е уровни у наших противников, поэтому 56-е, в принципе, должны справиться. Тут у нас и Кунаичи, тут и Крэнк. Крэнк почему-то, ребята, под землей передвигается. Ну, видимо, он в этом, в измерении, да? Потому что он в данный момент вылез из телепорта, который у нас как раз был из другого измерения. Так, ну-ка. Давай, этот скилл мы прокачали до второй ступени буквально сегодня, да? Отлично. Ну, куда еще добьешь? Красавица. Вот так вот, друзья мои, делаются у нас дела. Вот так вот мы побеждаем. Так, давай посмотрим, куда мы сейчас... Так, самурай 3 звезды, 59-я позиция, отлично. То есть чувствую, уже сёгунами попахивает, да? Скорее всего, так оно и будет. Единственное, что, конечно, там уже 50-ники у нас идут, а я все еще на полтишках вешу. Ну, вот там вот есть 59-й, 58-й. Так, слушай, майки надо убирать отсюда. Ну, шинигами, конечно, вряд ли справится с этим. Угу. Да, 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 да. Ну, лучше пускай он захиляет, ребят, чем сделает уклонение, поверь мне. Тырич. Есть, Майки упал. Туф, блин, муха. Ты не падай у меня, этот кабан. И все по мухе, хорошо, он промахнулся. Так, ответка нам летит. Давай сделаем таким вот ударом. Пумс. Так, муха, если что, лечи давай. Спасибо, шикарно. Уничтожим? Да. Упал у нас Донателло. И что мы сделаем? Давай посохом. Посох Бо в дело. Ты бич. Блин, вот жиробас какой, а. Не упал. Не, ну тут уже, друзья, как-то рискованно, видишь. И разбирается у нас очень медленно враг. Наверное, нам нужно брать с тобой полухая с собой, да? Полуимбового персонажа, чтобы он нам тут помог. Так, 14-18. Может быть, дадите уже, в конце концов, 15-19 там, или как? Блин, было, было. Вот, отлично. Ну что? 48 уровень у них. Ну ладно, в принципе, ребят, это терпимо. Это терпимо. У них там слэш, сплинтер. Ну, в принципе, должны справиться. Тем более, у нас есть стражник. Есть массовый. Тут у нас даже два стражника и два массовика. Даже три массовика. Ну-ка, Донни, давай. Выставляй свой посох. И бумс. Я обожаю вот этот удар, когда он ставит посох, нажимает кнопочку, типа на прием сигнала, да? И по этому сигналу летит именно вот этот астероид. А этот астероид, можно даже так предположить, ну, немножко пофантазировать, этот астероид запускает Армагон, который там стоит фиг знает где.
и именно по сигналу ориентируется. То есть как бы Донни дает ему сигнал, и тот запускает хвостом этот самый астероид. Так, ну что, 15-19, я не знаю, ребят, дадут ли они нам 15-20. Есть, дали. Слушай, дали нам 1, 2, 3, 4, 5. Подожди, а у нас что-то уже. Подожди, мы с тобой уже имеем мало персонажей, а продвинулись мы не так далеко. А почему? Почему у нас не хватает вечных персонажей? Странно. Это как-то, ребята, очень странно. Так, ну показывайте, какое мы сейчас возьмем место. Даже Сёгун 2 звезды не взяли. Пока, ребят, не взяли. Блин. Немножко начинаю нервничать. Так, давай ко мне 15-20. Как это уже было? Было вот в предыдущем поединке. 15-20 дают. Может быть, конечно, можно и попасть на 15-21. Точнее, там уже будет 16-21. Это неизвестно, ребят, но... Но нам нужно в Лигу Мастеров попасть. Иначе это уже будет вторая игра, где мы с тобой не получаем Лигу Мастеров. Хотя я начал играть, ну там сколько было, 15 минут, ребята, до начала, как вот началась игра, как откат произошел. Я зашел в 15 минут. То есть потерял всего лишь времени. Так что я не думаю, что здесь вот прям трындец какой-то. Ну что ты, маузеров тут еще своих. Так, давай бомбанем. Так, остаются майки. Рубанул его сенсей, да, Сплиндер. Ну, сейчас понятно, что мы перейдем в самурай. Не в самурай, а в Сёгун 3 звезды. Ой, 2 звезды только еще. Ё-моё, ребят, только 2 звезды. У меня бойцов нет. Ну-ка, может быть, 16-21 все-таки дадут мне. Что-то я сомневаюсь, что мне дадут 16-21. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, как-то, ребят, не вяжется у нас, если честно. Вообще не вяжется. Я никого там не пропустил из бойцов. Почему так плохо двигаемся-то? Проигрышей у нас не было. Ни одного проигрыша не было. Никого мы не потеряли. У нас все было идеально. В чем может быть проблема? Почему мы не можем вырваться сразу в Лигу, извини меня, мастеров? Даже пускай 1 звезда. Что нам мешает? У меня... Ну просто у меня нету слов. Точно там все отыграны? Вообще все ты... Странно. Это, ну... Если посудить, ребята, это вообще как-то, ну, нелепо выходит. Мы доходим только лишь до Лиги Сёгунов 3 звезды, и при этом занимаем, ну там, я не знаю, там позицию, пускай даже там 80-70. Ну, я так получал в самые худшие времена. Смотри, 97-я, да? Ну вот сейчас мы пройдем, где-то будет 40-50-я позиция, это факт. И у нас еще и персонажи практически все закончились. Вот это да, вот это фокус. Ребят, я умываю руки. Я не знаю, почему так происходит. Почему именно так произошло? Единственная догадка, это опять, ребята, зажимают. Зажимают кубки в полном объеме. Нам не дают по полной программе, сколько мы должны дать. Они режут где-то в половину. И вот дают нам именно эту половину. Только одно объяснение. Больше я не знаю, как еще объяснить. Ты посмотри, Лига Сёгунов 60-я позиция. Ни одного проигрыша. И отыграли четко. Как? Как это может быть? Пишите в комментариях свои, ребята, доводы. У меня вообще никаких доводов нет. Я не знаю, почему так получается. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас по испытаниям. Это сцены насилия. Да, сцена насилия и городская война, тени на солнце. Абсолютно все это у нас есть. Ну, единственное, конечно, жетон, ребят. Жетоны мы будем фармить, но сейчас никак, потому что сыра у меня мало.
немножко как-то вот обидненько получается, что не проигрывали нигде ничего, да, и в Лигу мастеров не попали. Ну что же, пускай это будет на их совести. А на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.